Всем привет! Сегодня мы нашли с моим приятелем весьма интересный и познавательный объект. Вот этот объект я называю Куб Силы. Именно на нем, в Подмосковье, запечатлена вся история создания нашей цивилизации. Давайте я вам покажу. Смотрите, сначала была женщина-мать. Женщина-мать прилетела из труб. И из космоса, о чем свидетельствуют вот эти волны. Дальше она нарожала детей. Дети учились в школах и построили все вот это хозяйство. Обратите внимание, что дети рождались сразу с очень серьезными лицами. Вы видите, какое лицо у ребенка? Вот так вот здесь зародилась цивилизация. Дальше цивилизация росла и процветала. То есть мы видим, что появляются персонажи. Мы видим, что появляется девочка с энергетической скакалкой. Мы видим, что появляется мужчина с мальчиком и женщина с голубем. На самом деле есть легенда, что это квадрокоптер. То есть это первые предтечи квадрокоптера. Вот сейчас мы вам покрупнее покажем его. Посмотрите внимательно. Видите, и вот над голубем, вот там вот какой-то объект есть, да, это символизирует GPS-спутники, которые квадрокоптер ловит. Идемте дальше. Время шло, дети росли, все развивалось, а потом бах, внезапно. И у нас случился 1929 год. И появились рабочие. И вот здесь, в Воскресенском районе, возникла очень мощная индустриальная цивилизация. Но потом Советский Союз развалился, и эта мощная цивилизация тоже развалилась. В общем, вот такой вот Куб Силы можно увидеть в городе Воскресенске. Очень крутая локация. Приезжайте, смотрите. А мы едем дальше.